Всем привет! Меняем борта и днище на прицепе 2 ПТС-4. Борта изготовили сами. Из профтрубы и листового металла. Использовали мы на борта профиль 60 на 40. Весь полностью обварили. На перемычку распорка 25 на 40. Вот, усиление, чтобы не гнило борт. Ну, такой прицеп. Металл по кругу, двоечка. А и эти мы тоже сделали из петли, сделали из профиля тоже. Нарезали 25 на 40. Это из проклада проточили, да, под 16-й болт. 16-й же, да? Ну да, где. Дно тоже двушка, 2 мм. Сначала заклепками прикрепали металл 4,8 на 8, потом уже обваривали. Закончили прицеп, заменили все борта и днища, осталось только покрасить. На сегодня все, до новых встреч на канале, всем добра!